как-то подряд ко мне пришло несколько клиенток примерно одного возраста, то есть им было лет 36, 37, 38. Вот, которые вот примерно так же вышли замуж. То есть они вышли замуж лет в 17-18, тут же родили. И там некоторые родили потом второго. Вот. А ну, у каждого человека, в принципе, есть такая зомбо-программа. У женщины она сильнее, просто у мужчины она послабее. Это типа «выйди замуж и роди». Ну, типа вот такая фигня. Она, кстати, сейчас ее тоже постоянно продавливают. И там получается какая вещь, что человек, ну, 18 лет, что там человек соображает-то? Не особо он соображает, как бы, да. А потом дети повзрослели. То есть вот у этих дам, у них уже дети были взрослые, то есть лет там 16-17, там, ну иногда там второй ребенок чуть помладше, но тоже такой немаленький, 14. И тут как бы зомбо-программа выключается у человека, и она такая смотрит на календарь, понимает, что ей уже там под 40, а типа она думает, а что я в жизни-то сделала вообще? Что у меня вот происходило, как бы, ничего не происходило, как бы, да, и тут включается как бы, ну то есть тут догоняет психология уже, типа, опа, типа здрасте, приехали, как бы, да, то есть еще, ну там в принципе по нашим меркам это... молодая женщина вполне себе, как бы, да, то есть она еще там вполне себе может реализоваться и даже может там новую профессию какую-то освоить. Но типа теперь, если в 18 лет все было легко, потому что, ну, просто голова не особо работала, она не напрягала, а теперь голова включается каждый раз, то есть, типа, она думает, а чем я хочу заниматься, а зачем я буду это делать, а может мне не сюда надо, а сколько времени на это потрачу, а могу ли я там как-то концы с концами свести, там, да, и всякое такое. Еще к этому моменту часто у многих из них вариант был такой, что к этому моменту отношения с мужем уже как-то, ну, типа, на вопрос, а зачем я вообще за него вышла замуж, она даже ответить не может. Ну, типа, не знаю как-то. На момент, когда встретились, как-то нормально вроде было. В момент, когда зомбо-программа выключается, она у человека обычно, знаете, есть такой возраст, 33 года, типа, возраст Иисуса его еще называют. Там просто такая фишка, что если посмотреть по возрастной психологии, да, это момент, когда выключается биологическая программа. И вот там еще пару лет проходит, тут человек догоняет, что он все это время жил, в принципе, как такой, ну, робот, который просто выполнял какую-то программу. Ну, потому что ему нужно было вырасти. Это, кстати, известная тема, что у человека мозги созревают годам к 35 по-настоящему. То есть до этого момента, что бы он там тебе не рассказывал, каким бы он ни был там гением там, и так далее, это все пока еще процесс взросления. А в 35 он приходит вот к этому моменту, когда он вдруг понимает, что ну, типа, я – это я. Ну, некоторые никогда не понимают, но это как бы они не ходят на такие лекции и ставят под такими видео дизлайки, как правило, да, и говорят, что вы чушь несете. И тут как бы вот весь ужас этой ситуации обнаруживается, что мне, блин, 35, я молодой, полный сил человек, а что делать в этой жизни, я не знаю от слова совсем вообще ничего, да, и типа вываливаюсь.